Итак, добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас здесь, на нашем канале, посвященному строительной технике JCB, друзья мои, от группы компаний Lonmadi. И сегодня в нашем обзоре гусеничный экскаватор модели JCB GS 205, и мы решили не снимать его на нашем производственно-административном комплексе, а провести съемки этого видеообзора здесь, непосредственно на стройплощадке у одного из наших заказчиков. На машине JCB GS205 установлены компоненты ведущих мировых производителей. Это 6-цилиндровый двигатель Cummins, гидравлическая система японской фирмы Kawasaki и вся ходовая часть известнейшей фирмы Berco. Специально для этой машины были разработаны абсолютно новая стрела и рукоять, состоящие из усиленных секций, которые обеспечивают уникальную прочность и долговечность всей конструкции стрелы. Также на этой машине стоит усиленный ковш емкостью ровно 1 куб. В модельном ряду британской компании JCB, как мы знаем, существуют машины как в габарите, так и не в габарите. Данная модель JCB GS205 оснащена узкой габаритной тележкой. Друзья мои, ширина машины по габаритной телеге 2,49, что позволяет перевозить ее безо всяких разрешений и практически на любом трале. Ну и, конечно же, данная габаритная машина оснащена усиленной ходовой тележкой с нижней защитой поворотного круга. И на левой стороне машины расположены радиаторы. Масляный, радиатор системы охлаждения и радиатор кондиционера. Как мы видим, все очень удачно расположено, облегчает процесс обслуживания и процесс очистки. Ну и на этой машине JCB GS205 установлен японский гидравлический аксиальный поршневой насос Kawasaki. Также в этом отсеке мы видим с вами три основных фильтра. Уровень показателя гидравлической жидкости. Как мы видим, все очень удобно и обслуживается прямо с уровня земли. Ну и, наверное, одним из главных преимуществ этой машины является то, что она оснащена 6-цилиндровым рядным двигателем Cummins, совмещенным с механическим топливным насосом высокого давления, который подходит практически для работы в любых условиях. Всегда компания JCB уделяла огромнейшее внимание удобству и комфорту рабочего места оператора, так как это напрямую влияет на безопасность и производительность машины. Обратите внимание на эту кабину, на ее великолепную остекленность, улучшенную обзорность. Ну и, конечно же, кабина оснащена печкой и кондиционером. Итак, дорогие друзья, вот такая замечательная габаритная машина JCB GS205, которая предназначена для работы практически в любых условиях и любых климатических зонах. Это стало возможным благодаря тому, что здесь, в этой машине, были собраны лучшие решения основных мировых производителей. Это надежнейший двигатель Cummins мощностью 140 лошадиных сил, оснащенный механическим ТНВД, что делает машину не такой чувствительной к качеству топлива. Это гидравлика японской фирмы Kawasaki и, конечно же, ходовая часть фирмы Berco. Также данная машина обладает рядом неоспоримых преимуществ, а именно, это удобство управления, комфорт и обзорность кабины оператора, ну и, конечно же, удобство обслуживания, так как все контрольные точки и фильтра расположены практически в одном месте и имеют доступ прямо с уровня земли.
Итак, вот мы с вами и поближе познакомились с этой прекрасной машиной JCB JS 205. Друзья мои, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ссылка на технические характеристики этой машины в описании под видео. До новых обзоров, пока!